Всем здорова, ребята, с вами Букреев, и ко мне пришла очередная посылка, которую мы с вами сегодня откроем, посмотрим, что там внутри, возможно, даже, блин, попробуем. Потому что здесь то, чего я давно ждал. Короче, я просто, честно вам сказать, не вижу смысла ждать, поэтому давайте ее сразу откроем и посмотрим, что у нас внутри. Я жесткий пацан по жизни, поэтому я посылки открываю вот так, нахрен, опа. Вот она моя родненькая, вот она, имба, энерджи, вот она сладенькая моя. Так, ребятки, достаем, смотрим, ой, без сахара, да моя ж ты хорошая. Вы видели Букреева рожу? Куда нафиг ему сахаром пить энергетики? А вообще энергетики, ребята, это, ну, как сказать, это моя слабость. Это реально моя слабость, ребятки, поэтому я получил вот такую посылочку. Открываем, смотрим. Так, еще у нас здесь шейкеры, ребят, потому что это у нас сыпучий энергетический напиток. Вы добавляете его в шейкер, добавляете сюда водички, и у вас получается энергетик. То есть не нужно в магазин постоянно бегать, покупать эти банки и все такое. Все удобно, все под рукой. Так, смотрим, что у нас еще. Здесь три разных шейкера. Три нахрен разных шейкера. И третий. Мне, честно, по кайфу больше всего нравится вот этот прозрачный. Честно, вот чисто визуально я кайфую от вот этого прозрачного кейса. Так, здесь внутри бумажка, она все портит. Смотрите, здесь внутри сеточка, чтобы никаких комочков, ничего такого не было. Так, здесь есть даже инструкция по использованию. Помойте, открутите. На горловину стакана поставьте сетку, залейте 300 мл воды, закрутите крышку. Не встряхивайте эти шейкер, чтобы получить более газированный напиток. Чтобы получить слабо газированный напиток, стряхните 2-3 раза. Откройте клапан, чтобы выпустить лишний воздух, и снова закройте. Напиток готов к употреблению. Сначала засыпайте порошок, только потом жидкость, чтобы это хорошо растворилось, не ронять шейкер и все такое. Короче, здесь написано, что можно даже имбу мешать не только с водичкой, а с соками, да, и получить какой-то свой напиток. Ну и, конечно, его употребить сразу же. У меня просто на самом деле, ребята, проблема с концентрацией, проблема с тем, что я достаточно много сижу за компом, работаю. А так как Imba Energy — это напиточек для геймеров, не просто так, потому что он реально повышает концентрацию, повышает твою внимательность. Это очень клево. И то, что он без сахара, для меня тоже это очень важно, потому что ряху я наел знатную. Так, ребят, я припер водицу, я хочу попробовать оригинальный, честно. Ну, мне кажется, это то, с чего нужно начать. Оригинальный вкус энергетика, тот, который мы любим. Смотрите, а? Да, то есть это просто... стик, то есть никаких вот этих черпаков и всего остального, здесь просто стики. То есть и на стике, кстати, тоже написано, что у нас в составе. И в одной такой упаковочке, ребят, 15 пакетиков по 9 грамм. Способ применения: содержания одного пакетика размешать 300 миллилитров воды. Кстати, здесь есть мерка, мерить почему, да, сколько там наливать, я забыл, как шкала измерения количества воды, которую я налью. А там было что сказано, да, сначала энергетик наш, раз, потом сеточка, кстати, баночку я помыл, сеточку вставил. Так, берем, наливаем 300 миллилитров воды, ну тут можно один раз налить, потом это дело просто запомнить, сколько это. Окей, все, энергетик, ребят, готов. То есть, например, кстати, у меня возле стола рабочего всегда есть бутылка просто с водой, потому что, ну, только энергетики пить, ну, как бы, так, я кривовато закрыл, только энергетики пить, как бы, типа, нельзя, так, раз, два, как было сказано, средней газированности напиток, открыть, выпустить газы, типа, все, сейчас будем пробовать. Короче, у меня всегда возле компа стоит вода, потому что, ну, блин, нужно воду пить обязательно, и, то есть, мне даже не нужно никуда за водой идти, потому что вода у меня всегда возле компа, то есть, есть имба, есть это, сделал возле компа себе, выпил и погнал дальше работать. Так, а ну-ка. Аромат такой приятный, ну, как жвачки. Вкус достаточно яркий, приятный, не слишком сладкий, да, то есть, ну, здесь подсластитель, он без сахара. Реально вкусная штуковина, ребят, я хочу запробовать какой-нибудь другой сейчас. Ну, вот этот оригинальный прикольный. У него аромат как у жвачки такой, знаете, типа bubblegum, а вкус вот такой именно классический энергетик. Я вот не знаю... Виноград, грейпфрут, цитрусовый мик. Вот виноград, грейпфрут, интересно попробовать. Так, этот в сторонку. Прикольно, да? То есть 15 банок энергетиков в такой упаковке. Это на самом деле удобно. Давайте еще один попробуем. Так, возьмем такой чисто геймерский шейкер. Этот шейкер еще, походу, можно не только для имбы использовать, потому что, смотрите, в комплекте еще есть такая пружинка. Обычно пружинки в шейкерах для того, чтобы разбивать протеинчики. Протеинчики, да, чтобы они там не слеживались, не слипались и так далее. Так, чувствую себя прям в какой-то мини-лаборатории.
goddamn right. По факту, знаете, это типа ты себе сделал витаминку. По факту, как бы это и есть витаминка, потому что тут витамины группы В, экстракт гуараны, корень женьшеня. То есть это как бы по факту есть такой энергетически тонизирующий напиток. Так, 300 миллилитров наливаем. Окей. Шипит все, шкварчит. Вот видите, мне почему прозрачный понравился? Потому что он виден, да? То есть это видно. Это прикольно, виден цвет, потому что здесь очень яркий цвет. У этого... виноградно-грейпфрутового. Так, ну все, закрыли. Раз, два, средней газированности напиток. Ну, давайте три, ну может быть четыре, чтобы посильнее было, да? О, вот это Букрееву нравится, а ну-ка. Ну аромат цитрусовыми, а ну-ка. Ну мне по кайфу больше вот этот понравился, потому что вот прям вот классический энергетик, а мне такой вкус реально нравится. Вот серьезно, мне вот этот больше понравился. Кстати, ребят, за кадром я еще попробовал цитрусовый микс и яблоко-киви. Вот яблоко-киви мне зашло, а цитрусовый микс, ну, как-то сильно банальный какой-то вкус, не такой интересный. Вот яблоко-киви понравилось. Ну, ребят, здесь уже на вкус цвет товарищей нет, разным людям разное нравится, поэтому у меня 4 разных вкуса. И, например, вот этот Original, это новый вкус, потом яблоко-киви тоже новый вкус. Еще хочу заказать, попробовать вишню, потому что я все с вишенкой люблю, реально, всякие тортики с вишенкой там, ну, всякую тему с вишней я реально люблю. Сказал только что человек про тортики, который радовался, что в энергетике сахара нет. И, по-моему, там еще есть вкус мохито, да, по-моему, так. В общем, ссылку на имбу я оставлю под видео. Ребят, вообще этот продукт позиционируется как продукт для геймеров, да, такой энергетик, концентратор внимания. Но я тоже попробую его просто в такой сложной рабочей повседневной жизни. Но так как продукт для геймеров, да, основное направление для геймеров, у них есть геймерские коврики, тоже на сайте появились. И еще выгодная тема, посмотреть, у них на сайте есть комбо-наборы. То есть их покупать получается выгоднее. Ну а вообще для всех моих подписчиков, если вы будете что-то покупать, то вот он промокод на 10% скидки, который, кстати, на комбо-наборы не действует, но на все остальное действует. Пользуйтесь. И в описании я также оставлю этот промокод, чтобы вы его не потеряли, не забыли. Короче, в общем, первое впечатление у меня действительно положительное. Все вкусно, все просто. Реально, смотрите, 63-60 банок энергетиков поместятся в маленький ящик в моем столе, да, то есть, ну, это реально очень удобно в первую очередь. В общем, буду пробовать на себе, буду в течение рабочего дня употреблять, смотреть, как я буду себя чувствовать, будут ли они мне помогать, и уже более какие-то подробные свои эмоции буду описывать, наверное, у себя в Инстаграме. Ну что, ребят, в принципе, на этом все. Спасибо, что досмотрели видос до конца. Ссылочки на имбу будут в описании к этому видео, ребятки. До новых встреч. Всем пока.